Здравствуй, мой друг. Рекс, а почему ты такой черный? Привет. Дай лапу. Ой, какой ты большой. Такой большой, черный, такие уши красивые. У тебя красивые уши? Очень красивые. И самое главное, что хозяин тебя любит. А ты любишь хозяина. И это очень хорошо. Да? Вот так вот рождается настоящая дружба. Мы гордимся такими... О, как он руку, лапу себе подложил. Добренько, не будем ему мешать, потому что пес очень серьезный. И по размерам... Ну, вот моя рука. Вы видите, что он довольно крупный.